Таразе прошли очередные рейды по увеселительным заведениям на предмет соблюдения требований чрезвычайного положения. За последние сутки 6 мобильных групп в составе представителей местных исполнительных и правоохранительных органов проверили более 400 объектов бизнеса на центральных улицах, пригороде и микрорайонах Тараза. Согласно требованиям режима ЧП, непродовольственные рынки должны ограничить время работы и усилить санитарные и дезинфекционные меры. В связи с этим специально созданная мобильная группа в первую очередь посетила рынок Аул-Береке. По словам сотрудников администрации, закон полностью соблюдается. На всей территории рынка установлены дезинфицирующие средства. Рабочий график строго до 17:00. Изначально была проведена разъяснительная работа, после чего мы выполняем все требования. После 17:00 на рынке остается только технический персонал. Ежедневно проводим дезинфекцию. Везде установлены специальные средства защиты. И вещевой рынок, и строительный все закрыто. Продавцы с пониманием относятся ко всему этому. Никаких возражений не было. Я считаю, что это правильно. Благодаря усиленным превентивным мерам не было выявлено ни одного нарушения со стороны предпринимателей. После 22:00 кафе и рестораны были закрыты. Объекты общепита принимают заказы онлайн, придерживаясь установленных санитарно-эпидемиологических требований. Приостановлена деятельность кинотеатров, театров, выставок, фитнес-центров, тренажерных залов, бассейнов и других объектов массового пребывания людей. В целом все предприниматели с пониманием относятся к действующим ограничениям. Члены мобильной группы еще раз напомнили бизнесменам, что нарушение карантина влечет ответственность согласно законодательству страны. Напомним, с 8 утра 16 марта в Казахстане действует режим ЧП. Введены ограничения и санитарные меры в работе магазинов, рынков, в том числе и продовольственных. Виктория Трегубова, Шыңғысхан Кенесхан, Адильбек Самаликов, 77 News.